Приветствую вас на канале Алковита, заключительный ролик второго сезона «Напитки друзей». Сегодня у меня два кальвадоса от Валяева Игоря. Тот же самый кальвадос, один только 40%, а второй 60%. Игорь сказал, что 60% гораздо приятнее. Напитки 100% прозрачные, взвеси никакой нет, а вот по насыщенности, мне кажется, немножко не хватает. 40% очень сладкое яблочко. Интересный аромат. 60%. Да, аромат абсолютно разный. И то яблоко, но это слегка сладковатое, с ароматом такого яблока именно ранних сортов. А здесь какое-то такое медовое яблоко. Ну, на аромат мне вот этот понравился больше. Здесь еще как будто какая-то травянистость присутствует. Аромат после взбалтывания и отдыха. Смотрите, как яркий какой. Такой ярко-соломенный оттенок. Аромат очень мягкий, но травянистость еще больше добавилась. Полный ноздрёй. Не ощущается, что спиртной напиток. И 60%. Полный в ноздре уже ощущается, что это спиртной напиток. Слегка медовый фруктовый дистиллят. Ну и пробую. Игорь, большое спасибо. Быть добру. Очень мягкий. Дуба не ощущается. Интересно, какой-то во вкусе такой оттенок присутствует. И 60%. Будем. Да крепче, да. Здесь тяжело что-либо ощутить, но яблоко здесь больше. По яблочности это поинтересней. Но не питейный вариант, конечно, 60. Ну и второе впечатление, послевкусие, питкость, 40% дистиллят. Проглатывается мягко. Немножечко в послевкусе есть дуб. Какой-то в послевкусе вот интересный такой оттенок. Даже не могу определить, что это такое. Как будто сухофруктость, вот что-то такое. Аромат, я сказал, что немножко какая-то травянистость есть. Вот что-то такое похожее, да. По питкости это однозначно десяточка. Очень такой питейный, мягкий дистиллят. Сахарной резкости нет. Но мягкий фруктовый дистиллят с каким-то таким, знаете, яблочно таким интересным налетом. Но знаете, такой оттенок встречается чаще именно вот у яблок раннего сорта. Поздние сорта, золотое превосходное и так далее, они, знаете, не такие прям, вот чувствуется такая какая-то мякоть, вот именно яблоко другое. Не знаю, вот у меня такие вот мысли. В общем, давайте попробую второй вариант, 60%. Проглатывается очень тяжело, это не для питья. Один и тот же дистиллят. Ну, что самое интересное, запивать как-то не тянет. Если бы я бы водку такую бы выпил 60%, я бы... Да. Вот сейчас я на языке ощущаю яблоко. Игорь правильно сказал, что 60% почему-то поинтереснее получился. Напомню, это один и тот же самый дистиллят. Только этот развели до 40, а этот 60. Да. Медовое яблочко аж... Как будто бы сладко на губах. Интересно, никогда бы не подумал. Очень получился интересный такой напиток. У меня тоже было такое, я помню, что мне бочковой крепости понравился напиток больше, нежели разведенный. Мягенький-мягенький дубок. Растираешь на ладонях. Ну, ничего не прилипает. Такой чистый-чистый дистиллят. Дуб как бы
может быть, и сработал, может быть, по выдержке долго, но дубешника нет вообще никакого. Ну, приятный, очень, очень приятный вот напиток, очень чистый, по чистоте оба напитка получают 10 баллов. Но 60-процентный кальвадос мне понравился больше, чем 40-процентный. Хотя, по сути, это тот же самый напиток. Игорь, большое спасибо за предоставленный образец. Как бы мысли я все свои высказал, где какие недочеты. Ну, конечно, не хватает, как мне кажется, выдержки, не хватает больше яблока, вот этого оттенка бренди характерного. Ну и такие оценочки. Кальвадос 40 баллов, 86. И кальвадос 60 баллов. 60 градусов, все уже заговариваюсь. Хотя мне напиток понравился больше, но вот из-за питкости, конечно, баллы занижены. 87. На этом заканчиваю второй сезон. Судя по баллам, у нас побеждает Бахтин Александр. Поздравляю, Александр. Игорь, большое спасибо за предоставленные образцы. Напитки мне очень понравились. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и пейте твои качественные напитки. До свидания.